Ну что же, всем привет, с вами Фрайс, и сегодня я купил вот такой вот себе джойстик. Вот такой вот он кстати, да, вот так вот он называется. Вот его компания, что ли, или что это такое, за G-Lab. Ну, камера сфокусируйся, вот. Вот сам он называется. Мэдториум, какой-то, не знаю, так вот называется. Вот этот джойстик, он очень мне понравился, он недорогой, он стоит примерно где-то, ну, не знаю, 1000-2, наверное, где-то с половиной, да? Ну вот, он, самый главный его плюс, он самый тихий, наверное, просто. Да, может, вы скажете то, что он типа громкий, но для меня он тихий. Вот триггеры такие, да, у нас R1, R2, вот они. Да, он, кстати, проводной. Это, кстати, минус его, потому что мне придется USB кабель покупать для телефона. А для ПК что-то он не работает, не подключается. Так-то у меня ПК есть. Вот, значит, домик такой, типа, сюда нажимаешь, в менюшку заходишь. Значит, старт, что поиграть. Очень классный джойстик. Очень крутой. Ему, кстати, даже насадки не нужны. Типа, у него, смотрите, здесь мягкие. Типа, как будто насадки уже есть. Но их нету. Как так? Я, кстати, вот это думал, то, что это зарядка, но нет. Это вообще какой-то провод. Ну, чтобы... Это, короче, проводной. Не было беспроводных, короче, я вот только этот нашел, и поэтому вот. Что могу сказать? Ну, короче, джойстик очень крутой, всем советую. Опять же, вон, покажу вам The G-Lab, Padtorium. Да, как бы вам все хорошо слышно, наверное, меня, я не знаю, потому что я без наушников снимаю. У меня новые наушники скоро будут, так что видео будут, наверное, намного качественнее, звук там будет. А так, джойстик очень крутой, мне очень он нравится, качественно сделан, прям очень нравится. Я на него сниму даже ASMR, наверное, но, короче, джойстик идеальный. Типа, я никогда его не держал в руках, кстати, да, у меня джойстика никогда в своей жизни не было. Вот я купил на свой день рождения, кстати, да, да, вот. Короче, скоро будут ролики про, наверное, даже уже завтра, если найду этот USB кабель, дурацкий, блин. Будут ролики про геймпад, как я буду учиться на нем играть, поднимать свой скилл, стримить тоже на нем. Да, как бы вообще крутой. И, то есть, у него даже, кстати, прикиньте, зарядки нет. Понимаете, вообще нету ее. Вот просто нет. Это очень странно, потому что, как бы, почти у всех джойстиков есть зарядка. То ли это зарядка, но через эту вот штуку, блин, по-моему, нужно же подключаться к телефону или к компу, или на PlayStation 4. Ну, странно, да, как бы? Почему зарядки нет? Вот напишите в комментариях. Ну, что же. Я сегодня вам рассказал про свой первый джойстик. Ну, а с вами был Фрайс. Всем удачи. Всем пока-пока.